сама трасса Газопровода будет приходить в 100 метров от выставочной площадки и проходить будет по Шекснинскому, Кирилловскому, Белозерскому, Вашкинскому, Вытегорскому районам Вологодской области, а также по Пудовскому району Республики Карелия. Трасса газопровода будет проходить по обводненным и заболоченным участкам. На протяжении всей трассы будет пройдено более 150 водных преград, а также трасса газопровода будет проходить по национальному парку, в Республике Карелия. Утвержденный проект включает в себя строительство газопровода отвода протяженностью 412,9 километра с рабочим давлением 5,4 мегапаскаля с диаметром 500 миллиметров, условным диаметром 500 миллиметров. Сегодня мы реализуем крупнейший проект подачи газа в Северный поток 2. Это расширение газопровода Кутанжор. Строится вторая нитка. Это большой инвестиционный проект. Дальше будет грязовый цебр. Продолжение строительства газопровода Ухта-Торжок. Мы будем подавать газ в 2019 году по этим ниткам магистрального газопровода, подводный газопровод Северный поток 2. Также ведем газификацию региона, порядка 10 газопроводов, отводов, также разные стадии реализации. Поэтому Вологодчина для нас, будем говорить, родной регион. У нас работает свыше 3000 человек. Компания «Газпром Трансгаз Уфа», здесь основное наше предприятие. Вот. Так что мы здесь надолго. Вот. Я хочу сказать, не вся перспектива развития газопровода будет связана с развитием вот этих газопроводов, магистральных газопроводов, такие как Ванинку, Ухта-Торжок, газовый цебр. Сегодня исторический день. Сегодня мы перевернули новую страницу в газификации Вологодской области. Первый стык, и скоро газ появится в четырех западных, северо-западных районах Вологодской области. Это Кирилловский, Белозерский, Вытегорский, Вашкинский район и Республика Карелия. Это 75 тысяч потребителей, длина газоотвода 412 километров. И, конечно, мы гордимся, что наш стратегический партнер, стратегический инвестор, крупнейший работодатель, крупнейший налогоплательщик компания «Газпром» принял такое решение, и мы приступили к газификации районов Вологодской области. Это уже 19 районов из 26 будет газифицировано в ближайшее время. Объем газификации достигнет 70% к 2018 году. Это превысит среднероссийские показатели. Это очень серьезный процент газификации. Я уверен, что газ – это новое окно возможностей в районах Вологодской области. Это новые инвестиционные проекты, новые предприятия, новые рабочие места. Это совсем другое качество жизни. Это снижение тарифов ЖКХ. Это совсем другая обстановка и другая атмосфера тех районов, куда придет газ. Я уверен, что и мы дальше продолжим сотрудничество с «Газпромом». Впереди у нас большое количество проектов по увеличению объема транспортируемого газа через Вологодскую область. Сейчас это уже более 150 миллиардов кубических метров в год. Но впереди это первый стык по открытию Северного потока, второй очереди. Это уже будет следующий год. Это все проекты, которые будут реализованы, в том числе и здесь, в нашей Вологодской области. Я очень рад тому, что с «Газпромом» на протяжении многих лет у нас такие сложились эффективные взаимоотношения. Мы будем и дальше поддерживать все проекты «Газпрома» на нашей территории. Газификация республики, конечно, для нас это первоочередная задача, потому что инфраструктурные ограничения – это основные ограничения в развитии экономики. Это сегодня понимают все. И уж так получилось географически, что Карелия находится севернее основных транспортных потоков голубого топлива. И поэтому невозможно газифицировать районы и населенные пункты республики, не взаимодействуя с соседними территориями. И сегодня как раз вот тот удачный пример сотрудничества, когда совместно, конечно, благодаря «Газпрому», но тем не менее благодаря усилиям двух губернаторов, Олега Александровича и Александра Петровича Худилайнина, совместно решили задачу, которая позволит и району Вологодской области, и граничащий с ним район Республики Карелия обеспечить газом. Вместе с развитием другой инфраструктуры, такой как автомобильные дороги, развитием электрической инфраструктуры, развитием коммунальной инфраструктуры, это все вместе создает те предпосылки, о которых уже коллеги говорили, для развития регионов. Эти участки замечательные, с замечательной природой, замечательной историей, они долгое время оставались не востребованными с точки зрения экономики, с точки зрения своего потенциала.
и экономического, и туристического, и любого другого. Надеемся, что газ, который придет по этой трубе, первый стык, который сегодня был сварен, он действительно позволит решить эту задачу, решить ее быстро. Разрешите приступить к сварке первого стыка. Приступайте. Первое сварное соединение на объекте «Газпром» отвод ИГРС городам Кириллов, Белозерск, Липенборг, Вытегра, Вологодской области поручено выполнить электрогазосварщикам 6-го разряда Эдуарду Потехину и Ильдару Булееву.